Всем привет, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня будет очень крутое видео на моем канале. А именно, за каждое убийство моя девушка будет получать 200 рублей. Ребята, easy money. Самое главное, чтобы вы, мои уважаемые подписчики, поставили огромный лайк и подписались на мой канал. Потому что, если вы все это сделаете, то тогда, ребята, я сниму продолжение. Давайте, ребят, 2000 лайков, и я снимаю новую часть. И прямо сейчас возле меня сидит Анетка. Анетка, скажи что-то подписчикам. Ну что, всем привет. С вами Анетка. Что ты на меня тычешь? Короче, ребята, сегодня, возможно, Анетка станет богатой. Даже богаче, чем я. Ребята, играем ровно до 10 раундов. То есть не до 10 по счету, а именно 10 раундов. Ну что же, поехали. Анетка, ты готова? Да, готова. Так, ребят, ну что же, поехали. Блин, надеюсь, я не проиграю. Так, а ну-ка. Сейчас мы узнаем, сэкономил ли я 200 рублей или потерял. А-а-а! Блин. О, минус 200 рублей. Блин. Плюс 200 рублей, ура. Блин, ребята, вот это, конечно, обидно. 200 рублей уходят от кента. Так, идемте дальше. Опа, эй, красавица, иди сюда. Ё-моё, чуть не убила. Ох ты, блин, Анетка, ты где? Капец, слушайте, Анетка играет довольно-таки неплохо. Фух, ребят, сэкономил 200 рублей. Неплохо, неплохо, неплохо. Иди ко мне, ну падай. Опа! Минус 200 рублей у Анетки. Неплохо, ребят, вот это я экономлю. Ну, конечно. Не, я не забираю. Типа, ты могла бы их выиграть, но ты их не выиграла. О, да, вот это кайф. Ребят, я уже сэкономил 600 рублей, а это, между прочим, ну, неплохо. О, блин, я Анетке уже должен 400 рублей. И у нас, ребят, осталось в сумме 5 раундов. Это, конечно, плохо. Так, Анетка, иди сюда. Апа! А как так? Мы друг друга убили. Это считается? Да, считается. 600. Капец, я Анетке должен 600 рублей. И сейчас некоторые будут кукарекать, типа, Кент, ТПК, это постанова, ты говоришь раньше, чем видео. Ребят, я говорю раньше, потому что задержка 2 секунды, я транслирую изображение с телефона на компьютер, поэтому, ребята, есть задержка в 2 секунды. 600 рублей, это уже 250 гривен. Блин, это уже нормальные деньги, можно уже пиццу купить. О! Фух, ребят, сэкономил еще 200 рублей, и осталось всего... Еще 2 раунда, потому что 3 плюс 5 равно 8, и 10 минус 8 равно 2. Поэтому, ребят, поехали. О, мать моя женщина, ребят, я проиграл Анетке уже 800 рублей. 1000 и будет идеал. Не-не, слышишь, ты губу рас... О, я проиграл. Ребята, смотрите. Окей, все. Я сказал, я сделал. Все, не убивай, пощади меня, пожалуйста, у великой Анетка. Ребят, смотри, я сказал, значит, я сделал. Вот, 1000 рублей примерно по курсу. Сколько будет? Ну, примерно будет 450 гривен. Но я, ребята, как добрый парень Анетке, дам 500 гривен. Анетка, так, ты готова? Просунь руку, чтобы все знали, что это не постанова. И я, ребята, стал беднее. Ну, поставьте, пожалуйста, хотя бы лайк, ребят, ну, камон! Блин, 1000 рублей проиграл. Ребят, давайте, пожалуйста, поставьте огромный лайк. И тогда будет новая часть. И, возможно, даже в новой части уже будет не на 200 рублей, а на 300 рублей. Или даже еще... Не, ну, еще больше это вряд ли. Но на 300 рублей возможно. Так что, ребята, пожалуйста, поставьте огромный лайк и напишите ваш хороший комментарий. С вами был ваш Кент АПК. Всем удачи. Анетка. И да, я Анетка. Всем удачи и всем пока. Пока.